Добрый день, дорогие друзья! Я Войцещук Андрей Витальевич, художественный руководитель студии декоративно-прикладного искусства Центра украинской культуры Лазаревского центра национальной культуры имени Крикора Сакича Мазлумяна. Расскажу вам и покажу сегодня, как раскрасить лошадку в предзнаменовании нашего хорошего великого праздника День России. Естественно, мы раскрасим ее в цвета российского флага, но соблюдая традиции и каноны как бы дымковской игрушки, росписи дымковской игрушки. Для этого у меня есть заготовленная лошадка из глины, слепленная на предыдущих мастер-классах, кто следит за нашим каналом. Белая лошадка из белой глины. Ну, краски, естественно, голубая, красная краска, для того, чтобы раскрасить цвета российского флага. И черная, чтобы нарисовать глазки там и мордочку нашей лошадки. Так, кисточки. И вот так вот из губочки, посмотрите, вырезан такой, называется тычок. Тычок. Для чего он понадобится, я вам потом расскажу. Он кругленький, вот здесь вот кругленький. Для чего он, я вам потом расскажу. Так, приступаем. Естественно, цвета. Гриву мы сделаем красную, как символ нашей доблести, славы. Вот, Россия олицетворяется с красным цветом. Вот поэтому гриву раскрасим в первую очередь красного цвета. Раскрашиваем хвостик. Хвостик тоже красный будет. Вот такой хвостик. Так, и ушки. Ушки тоже красные будут у нашей лошадки. Так положено делать по законам росписи дымковской игрушки. Так. Теперь мы берем краску черную и раскрашиваем. Нарисуем лошадке мордочку. Вот здесь вот, вот. Такой кружочек делаем. Значит, вот такая мордочка. Вот, рисуем глазки. Кружочки. Кружочки, глазки рисуем. И брови лошадки, чтобы она была как настоящая. Так, брови нарисовали. И этим же черным цветом рисуем ей копытца. Копыта. Можешь остановить. Так, теперь вот копыта я раскрасил. Не раскрашивайте очень высоко копыта, получится в сапогах. Надо вот немножечко, чтобы здесь получились копытца у него. Так, теперь синий цвет. Вот мы на такую крышечку положим синие краски. Вот для чего нам нужен этот тычок. Вот, вот так набираем краски. И аккуратненько вот так отпечатываем. Получается кружочек. Каждый раз нужно набирать краски, чтобы получился жирный такой плотный кружочек. Краска подсохнет. Это чтобы не рисовать каждый раз кружочек. Мы его просто отпечатываем. Краски нужно брать побольше. Где мы делаем? Вот здесь вот, вот так вот ряд мы сейчас сделаем кружочков, и здесь тоже. То же самое с обратной, с другой стороны. Так, вот так вот я сделал голубенькие кружочки. Теперь между ними можно сделать точечки. Посмотрите, вот палочкой для, как это, ушная палочка, ватная такая палочка. Ватная палочка дает кружочки, кругленькие совсем. Посмотрите, вот так вот симметрично, что ли, соблюдая ряды, можно сделать вот эти вот кружочки. Посмотрите, на свободном месте между голубенькими
кружочками. Мы ставим вот такие кружочки. Значит, вот я поставил черные точечки. Сразу конь стал веселее, ярче, пестренький, что ли. Теперь можно сделать красной краской, поставить вот сюда точечки. Давайте поставим вот сюда. Обогатим вот эти голубенькие пятнышки наши, кружочки. Обогатим, будет еще красивее. Горошек. Видите, как быстро. И рисовать-то ничего не надо. Кисточкой ничего делать не надо. Тычок называется. Вот это вот. Они могут быть разные. Большие, маленькие. Какие угодно. Какой нужный размер, такой можно сделать. Приготовить заранее. Вот такое славное изделие. У нас получилось к дню рождения нашей страны. С днем рождения, Россия!